Друзья, мы с вами продолжаем 7 Days to Die, и у нас сегодня 28 день, и, как вы помните, мы с вами в прошлой серии прибежали на вот этот вот холм, и здесь решили, как говорится, обосноваться. И пока что я вижу, что это правильное решение, так как вон, вы видите, где-то далеко внизу у нас зомбаки роются, пока они там еще дороются, да, и мы всегда сможем, как говорится, спуститься и немножко поремонтировать этот холм. Они даже не забрались вот на этот первый ярус. Мы с вами находимся вообще на втором ярусе. Вот, за прошедшую ночь я тут не так, чтобы очень уж много всего сделал. Вот тут чуть стены, вот немножко чуть лестницы. Короче говоря, нам нужно сейчас будет с вами спуститься. И, как вы помните, нам нужно побольше, желательно побольше еды набрать. Ну и одновременно мы посмотрим также с вами, что же, насколько сильно, скажем так, зомби ломают этот холм, как часто нам с вами придется его ремонтировать. Так, вот это вот мы, пожалуй, заберем, чтобы самим же и не напороться. Также, как вы помните, мы тут лестницу ставили и потом же ее же сами и разбили, чтобы сюда никто не забрался. Вот единственное, что проблемка в том, что мы с вами сейчас отсюда спустимся, и здесь опять же кто-нибудь может заспауниться. Вот это вот мне не очень нравится. Но что поделать. Так, ладно, слазим. Слезаем, да? Слезаем и посмотрим, как вы помните, мы с вами с вершины этого холма видели, что где-то там далеко был огонек. Вот интересно было бы взглянуть, кто же там обосновался. Так, зомби настолько тупы, что не смогли подняться по вот этой вот лестнице, которая у нас вот здесь где-то была, насколько я помню. Или не здесь. Вот это вот она. Да, вот она лестница. Поэтому спускаемся мы, пока никто сюда не прибежал. Посмотрим, что тут у нас по периметру, пройдемся. Ну, им, как говорится, еще работать да работать. Тем более, смотрите, они там сгруппировались. Вот вы что тут все делаете? А? Просто здорово, да? Сюда бы гранатомет. Так, ладно. Мы можем с вами пострелять еще из пистолета немножко. И глядишь, из зомбаков что-нибудь да выпадет интересное. Как мы знаем, с них выпадает и еда, и вода, и еще что-нибудь. Так, а ты откуда взялся, гад? Тебя ж не было здесь. Вокер. И он и опять идут откуда-то. Не, вы только взгляните, да? Мы же только что целую толпень отстреляли. Они откуда-то сзади просто... Вы видите, да? Достаточно мне просто повернуться к ним спиной, как из-за спины просто целая куча появляется этих зомбаков ненавистных. В общем, так. Давайте мы немножко здесь передохнем где-нибудь. Да, здесь в округе, конечно же, очень много зомби. Это и понятно, что их должно быть очень много. Ну и, как вы помните, мы с вами собирались все-таки посетить или деревню, или сбегать вон туда. Туда, я думаю, что мы с вами сбегаем как-нибудь попозже, а вот деревню посетить на предмет того, что-нибудь бы пожевать такого найти. Вот это вот интересно. Ну и также мы с вами посмотрели, что здесь вот они не очень-то... Да, они начали ломать, но песок легко ломается, это понятно. А вот... Камень, конечно же, тяжело ломается, поэтому они будут очень долго. Это что у нас? Бандаджис. Ух ты, интересно. Такого ни разу у меня еще не попадалось. Так, в общем, я уверен, что это у нас правильное решение, что мы здесь с вами остановимся. Вот здесь чуть-чуть. Но это попозже. Попозже, когда мы с вами наберем еды еще немножко, чтобы можно было 2-3 дня просто, как говорится, посвятить строительству и не бегать по окрестностям в поисках еды и воды.
Книга. Так. В общем, сейчас посмотрим, заскочим в какое-нибудь из этих зданий, посмотрим, что у нас тут есть. Я, пожалуй, возьму вот это. Так как довольно-таки быстро, вы сами видите, да, что довольно-таки быстро у нас с вами все заканчивается. Еда и вода и вообще все. Так, пока здесь никто не возник, давайте пошаримся. Вода. Еда. Туалетная бумага. И у нас вот кухня, как раз в кухне. Вода. Отлично, просто отлично. Мне, кстати, спрашивали в комментариях, что делать, когда вода закончится. Так, я, пожалуй, вот это вот выложу. Сложно сказать, да, что делать. В принципе, ну, понятное дело, что если у нас есть пустые бутылки, пустые банки, то не вопрос, пускай заканчивается. Так, что нам тут такого выбросить? Это вот, пожалуй, бандаж, может быть, пока мы выложим. Вода все-таки более приоритетная. Так, ну, на пару дней нам хватит. Ой, здесь еще воды целая куча. Пожалуй, я вот это вот выложу сюда. Это возьму. Да, так вот, мне в комментариях говорили, что есть такая возможность довольно-таки неплохая получать воду, когда мы пустых банок наберем целую кучу, то мы с вами можем получить эту воду, просто подбежав, ну, 64 банки, стак целый, подбежав к озеру и получив таким образом 64 банки воды. Так, пустые есть, это хорошо. Пока будем, как говорится, знать, да, что у нас тут есть пустые банки. Когда нам уже понадобится, всю воду выпьем, то прибежим и заберем. Так, ну, собственно, тут уже все. Посмотрим, что у нас с этой стороны. Еще немножко еды. Так, выкладываем торчи. Кстати, вот еще одна ячейка у нас остается для какой-нибудь вкуснотищи. Вот этих придется отстрелять, к сожалению, и стратить на них немножко патронов, так как нам точно не дадут с вами возможности пошастать в доме. Кстати, смотрите, как его развалили-то, да? Здесь какие-то мы с вами уже осматривали дома. Вот я, когда пробегали на мусорку, что-то мы уже с вами тут видели. Так, что я не могу? Это с этим вот могу. Вода. Вода — это здорово. Так, я бы сейчас чего-нибудь пожевал. Песок, я думаю, что нам точно не понадобится в ближайшем будущем. У нас полно этого самого песка. Так, что-нибудь водички выпьем. Хорошо. Пока что все хорошо у нас с вами. Воду нашли, еду нашли. Вот даже есть еще какая-то фигня из еды. И, собственно, ладно, это не будем брать. Что-нибудь себе оставим, да? На будущее. Меня, конечно же, немножко напрягают эти парни, которые там воют. И что у нас тут? Вместо чего нам такое бы? Ладно. Будем знать, что во втором доме у нас с вами находится целая куча воды. И не менее целая куча еды. О, здорово. Однотипная еда — это здорово. Мы с вами можем сложить. Это у нас паренек. Понял. Пускай стоит. Что у нас 13.57? Собственно, уже
Но я думаю, что неплохо мы с вами на пару дней затарились. Собственно, валим отсюда и продолжаем. Продолжаем долгое строительство. Я вот даже не знаю. Возможно, я буду строить все это дело за кадром, и мы с вами встретимся через пару дней, так как это, ну, откровенно говоря, там показывать нечего. Вот. И так как показывать нечего и долго все это дело, я так думаю, что мы с вами будем уже потом смотреть результаты, что получится в конце концов. Ну и как только отстроимся здесь более-менее нормально, то тогда сразу же, в общем, оставим нашу героиню здесь в безопасном относительно месте. Вот, а сами будем ждать беты. Беты этой игры. Так, ну что, я не знаю, давайте, наверное, я где-нибудь пока что здесь поставлю пару кольев. Я просто не хочу ломать лестницу. Где тут она? Вот она. Вот, если кто-то заберется, то обязательно на куле напорится. Так, и у нас с вами еще целых полдня на все про все. Я, пожалуй, вот что не сделал, так это нам нужно было бы, конечно же, с вами в первую очередь дерево найти. Но в пустыне деревьев мало, откровенно говоря. Я бы так даже сказал, вообще нет, да? Че это они, смотрите, на кактус напали. И бежать сейчас за этим самым деревом, вон они, в принципе, не так уж, чтобы очень и далеко, 15.09. Ну что, давайте, наверное, сбегаем. Потому как нам дерево с вами срочно нужно для того, чтобы сделать... Бывают в жизни огорчения. У нас есть пару-тройку часов, чтобы сделать и пол, и лестницы, да и костров побольше, всего. Всего можно наделать с помощью дерева, и вот как раз хорошо, что мы тут с вами рядом находимся с этой разрушенной зоной. Сейчас накопаем. Главное подальше отойти, чтобы нам не мешали. Выпить немножко воды, и я хотел сделать из этого дерева сундуки, чтобы можно было сложить туда вещи и не таскать их с собой. Так. И тут у нас чего-то лишнее. Давайте вот это вот выбросим как-то так. Вот. Сами подберем коллект сент. Нет, нам сент не нужен с вами. Нам нужен сгоревшее дерево нам нужно. И еще немножко. Вот, теперь точно хватит. И на костры, и на все хватит нам. Короче говоря, просто можно будет пару дней никуда не ходить, а заниматься строительством укрепления. Укрепление, возможно, где-то здесь мы с вами землю найдем. Но здесь явно мы не найдем, так как она тут, вы видите, да, такая земля. Был песок, превратился то ли в камень, то ли в стекло, в что-нибудь такое. Вот, поэтому придется нам выходить вот сюда, чтобы землю наковырять, чтобы делать огород. Ну или, как я уже говорил, домой сбегать. Тоже вариант. У нас там, как вы помните, полным-полно земли было. Да и огородик там тоже на вершине здания. Я надеюсь, что к этому времени уже там рассосались зомби. Магазин нам пока не нужен. Вот, и нам не придется там с боем пробиваться. Так, я, кажется, немножко заблудился. И да, вон туда нам. В теории я хочу потом сделать еще несколько
мин и из этих мин, собственно, заминировать подходы. Полностью заминировать подходы, чтобы сюда никто вообще не подобрался, чтобы они тут толпами не шастали. Так. Еду сюда. Пожуем немножко. Вот, откровенно говоря, я себя более-менее чувствую здесь, ну, так скажем, в безопасности. Лучше, чем в каком-нибудь доме или где-нибудь в таком месте, да? Да, даже в той же самой башне, в которой мы с вами были, у завода, все равно лучше. Безопаснее и высоко, и, откровенно говоря, здесь такие толстенные, мощнейшие стены, что сюда долго зомби не заберутся. Вот, и здесь пока нет никого, это радует. Там вон зомбаки, видите, мы слишком далеко от них, они просто остановились, там все и стоят, да? Я так думаю, что может действительно стоит повыше сделать. Чтобы на нас вообще с вами не реагировали никак. Несколько этажей. Возможно, возможно. Так, ладно. Это все хорошо, давайте. Сделаем так. Во-первых, сделаем, что тут у нас нам нужен с вами. Сундучок. Кажется, из этого я смогу сделать, нет? Если смогу, то явно не так. В общем, посмотрел я. Оказывается, нам нужно с вами обыкновенное дерево, не то, которое тут у нас есть, сгоревшее. Из этого, похоже, не получается у нас сделать сундучок. Но зато вот я сделал, смотрите. Вот такой вот отличный деревянный пол. Для нашего будущего дома. Вот, отлично. Просто отлично. Теперь осталось возвести еще немножко стен. И, собственно, сделать окна. Тогда у нас действительно с вами будет, да, настоящий дом на вершине холма. Так, поэтому давайте мы еще немножко тут построим. Вот, и дальше, я уже как говорил, я дальше просто буду прокапываться ночью вниз. Мы с вами докопаем до самого основания этого холма. И дальше уже посмотрим, куда мы пойдем. То ли в ту сторону, в которую мы с вами решали вырыть, то ли в какую-нибудь другую, в сторону этого селения. Там уже на месте посмотрим, может быть, там какие ресурсы будут. Вот, собственно, туда мы и будем рыть. Так. Ну, я так хочу сделать окна во все стороны света. Вот сюда я что-то не могу поставить. Почему? Как бы не свалиться. Вот, отлично. Вот. Окно сюда, окно туда. Здесь у нас будет дверь. Вот, с окошком небольшим. Вот такой вот домик. Ну и здесь, как я уже говорил, внутрь пойдет у нас туннель. Окей, так, и нам нужен песок для того, чтобы... Lamb of Coal. Нам нужен песок для того, чтобы сделать окна. Собственно, песка тут валом. Вот, с этой стороны я даже не знаю, стоит ли нам его убирать. Пускай здесь будет вот такой вот небольшой балкончик, а вот отсюда мы вполне с вами можем, я так думаю, убрать. Ах, к сожалению, да, упал. Так, что у нас с этой стороны? Вполне можем. Да что ж такое, каждый раз я ковыряю, а у нас с вами нет этого песка. Кто бы мог подумать, что такая может быть проблемка. Так, ну в любом случае, я так думаю, что мы с вами сейчас вот здесь вот уберем, и я дальше уже сделаю
Песок. Да, я здесь сделаю каменные. Каменную площадку. Так вот, интересно, завалится или нет. Лестница держится. Здорово. Вы слышите, как там они разоряются, да? Так, где-нибудь тут, что ли, поставить? Или с той стороны где-нибудь поставить? Вот здесь вот-вот. Чтоб посветлее немножко было. И дальше продолжим. У нас стоун есть. Давайте сделаем cobblestone. Так, вот здесь вот. Кстати, стоун лучше тем, что он крепится, а cobblestone ломается, падает. Если мы с вами, скажем, вот сейчас сюда его поставим, а потом вот этот вот песок уберем, то он сломается. И упадет куда-то непонятно. Куда? Вниз, короче говоря. Поэтому нам нужно здесь доковырять до камня. И оттуда уже этим cobblestone'ом продолжить. Получается, вот смотрите, у нас этот стержень такой, да, каменный. Не такой он, чтобы очень уж и большой, откровенно говоря. Так, а что у нас? Solid ore есть. Stone stairs есть. И, собственно, ну и sand. Cobblestone. В общем, я так думаю, что я могу сейчас где-то здесь попытаться поставить еще одну лестницу или нет? Скорее всего, нет. Вот, ну тогда придется укрепить пока что вот этим вот cobblestone'ом. Кстати, а насчет лестницы или лестница нам нужна будет вот сюда, пожалуй. Вот так. Вот, и дальше лестница туда. А здесь, как мы уже с вами договаривались, мы будем делать окна. Для этого у нас есть песок, стеклянные панели. Нифига себе, сколько. Здесь все можно сделать, теплицу настоящую. Так. Отлично. Но тут мы знаем с вами, что проблема. Проблема в том, что вот эти вот стекла, да, не получается ставить так, как нужно. Только вот с этой стороны. Ну тогда, как говорится, у нас тут будет... Просто ничего не будет, да и все. Стена. Потому как как-то кривовато мне неохота ставить, откровенно говоря. Может, в следующих версиях игры будет возможность нормально поставить. Вот, а пока такой возможности нет, мы будем обходиться без этих окон. Фанера, в принципе, можно было бы из фанеры. В общем, да, и сделать мы можем с вами также сделать где-то тут Old Wood Door. Но вот, насколько я помню, раньше я ее делал, и, к сожалению, она здесь как-то, о, не ставилась, а тут у нас просто отлично, смотрите, да, поставилась дверь. Здорово, мне нравится, мне уже нравится. Еще добавим немножко здесь камня. И потом будем возводить крышу. Камня, к сожалению, уже нет. Вот, и для крыши, я так думаю, сделаем... Вернее, потолок сделаем из дерева. Ну и, собственно, крышу сделаем. И потом, я так думаю, что еще один, а может быть и даже пару этажей, чтобы повыше, как можно было повыше забраться отсюда, чтобы нас зомбаки не слышали. Так, ну и вот здесь вот тоже нужно будет себя немножко обезопасить, тоже камня сделать и сделать ограждение. Короче говоря, будем обживаться здесь, как-то постепенно, понемножку будем с вами мы обживаться. В общем, так, дальше я
уже начну ковырять сейчас шахту. Вот этот вот костер я буду убирать отсюда и... Так, я как-то вот так вот... Вот, и все ниже, ниже, ниже. Будем мы с вами опускаться. Как раз к тому времени, когда мы опустимся... О, смотрите, у нас вон какая-то появилась новая фиговина. То как раз день у нас с вами настанет. И будет видно. Ну, вернее, зомби не так будут... не так быстрые будут, и мы с вами сможем там более-менее спокойно ковырять грунт, они не так быстро к нам с вами проломятся. Так, довольно-таки быстро, да, у нас получается. Еще есть уголь. Довольно-таки быстро получается опускаться вниз. В общем, как я уже сказал, я этим и займусь. Так, вот только, пожалуй, здесь у нас не получится поставить, к сожалению, да, лестницы. Да, вот тут у нас факел мешает. С этой стороны мы сами себе мешаем. Вот, но тем не менее, как-то вот так. Если убрать здесь... О, нормально, нормально. Все в порядке. Самое главное... Вот здесь бы как-то поставить. В общем, чуть ниже опуститься, и тогда можно будет... А, ну сейчас лестницу мы с вами сломаем. Красиво. Нет, нет. Вот, отлично. В общем, как я уже сказал, я буду делать... Вот в таком вот неспешном темпе буду ковырять шахту. Мы с вами встретимся сегодня вот уже 20... Какой тут я не вижу из-за фрапса? Кажется, 20... Да, 29-й. 29-й день. Я так думаю, что встретимся мы с вами через пару дней. Когда здесь более-менее я все устрою. Будет внизу шахта. Здесь будет основание укреплено. И немножко я там обтешу. Вот, и сбегаем тогда мы с вами вот все-таки туда. Мне интересно посмотреть, что же там вот светилось. Только что даже вот что-то я увидел. Достроим этот дом и сделаем огород. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.